Всем привет! Сегодня 20 февраля 2022 года. Вот такие самчишки у меня тут. И маленькие, и побольше, и уже перелинявшие. Поют вовсю. Здесь и самочки тоже разных возрастов, молоденькие, постарше, и уже которые готовы, можно на гнездо сажать. В этот раз самочек побольше у меня, чем самцов. То обычно самцов больше вылуплялось. Вот какие самочки. Уже можно их на гнездо сажать. И вон там две синегенные. Одна красноголовая и оранжеголовая. Но остальные молоденькие. А вон там еще вдалеке одна. То есть три штуки у меня уже взрослые. По 7-8 месяцев, может 9. Надо смотреть, где это записано. Вот такие самочки. И вот две синегенные. Красноголовые и оранжеголовые. Здесь у меня пары разбились. Тут скоро птенцы будут. Там вон уже пищат. Вылупились. Сейчас пойдем посмотрим. Так, сейчас глянем. Что у нас тут? Ну вот такие уже крокодилы здоровые. Три больших, один маленький совсем недавно вылупился. Ну, наверное, как-то яйца они снесли неправильно. Ну, вот три прям уже все. Здоровые, вон зубы набитые. Я их уже закольцевал. Кольцевал, вот колечки уже новенькие. Такие 2022 года. Вот такие уже глазки открыли. Крокодильчики. А это малек, не знаю. Я думал, пустые яйца. Вылупился. Совсем крошечный. И вон какие-то валяются. Обычно это пустые бывают. Или что, я не понял. Ладно, посмотрим, что с ним будет. Не задавят, вроде кормят его. Видите, три крокодила уже. Вот попробовал тут сегодня парочку тоже еще одну запустить. Вот красноголовая. Она мне очень нравилась. Сначала хотел ее продать, потом думаю себе оставлю. У нее маска очень такая классная. Вот, посадил, у меня просто самцов не было. Ну, попробовал из желтого. Получится, нет. Посмотрим. Прям недавно их только запустил. Где она там? Спряталась. Тут у меня тоже. Он куда лезет в домик, там тоже должно скоро вылупиться. Сейчас посмотрим, что у них там творится. Так, открываем. Вот у них 4 яйца. Я смотрел, вот это, они все заряжены. Скоро вылупятся. Вот такие самочки тут хорошенькие.
синегенные, прям синим отливом. Здесь он удлиняет. Молоденький совсем еще, даже не окрасились. Ну, маски тоже такие, более-менее хорошие. Не смазанные. Ну, он дал вам отделение остатки там. Вон грызут. Пойдут одуванчики, будем кормить их. Самое их любимое лакомство. Пока нет, вот такими питаются. Желтая самочка тут клюет. Вон акробат у меня висит, как их улетел. Вон самец какую стойку занял. Все, самец сразу принялся за строительство. Он уже с соломой носится, самочка туда полезла. Интересно. Проявляет. Самочка чистится, синегенная. Все, начали спускаться.
на обеденный перерыв. Вот это все самочки сейчас спускаются. Чулка вот спустился. Сейчас все остальные полезу. Здесь он сам спускается. Самички все там еще гнездо поправляют, вот салон подтаскивают. Убежал, не видать. Вот самочки спустились, вот. Две перелиняли, желтенький с красной головой, уже взросленький. Вот синегенная прилетела, спряталась. Вон у нее спинка прям с отливом так синяя. Очередь на водопой. Вот там
на стулья вот, где яички были. Поет как. Скоро мы ему самочку какую-нибудь подсунем. Ну все, на этом все. Всем пока.